Масштабной реконструкции теплосетей и создания единой организации «Ульяновское теплоснабжение» ожидают перемены. С 1 января 2020 года Ульяновск перейдет на новую модель рынка тепловой энергии. Модель предусматривает создание единой организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу альтернативной котельной. Это позволит бизнесу существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру региона. О преимуществах новой системы рассказал Марат Фиткулов, директор ульяновского филиала ПАО «Т+». Преимуществ достаточно много, и, собственно говоря, вызов этот сегодня перед городом Ульяновска состоит прежде всего в том, что износ муниципальных сетей, сетей в целом тепловых в городе Ульяновске таков, что он превышает 60% и уже близок к 70%. В таком состоянии отрасль находиться не может, и тариф альткотельный, так называемый, дает возможность привлечь дополнительные инвестиции. В Ульяновске полным ходом идет замена магистралей. В этом году на ремонт и техническое перевооружение тепловых сетей направлено более 300 миллионов рублей. Сумма немалая, но даже ей сложно покрыть в полной мере расходы на оздоровление тепловых артерий. Наша съемочная группа осмотрела три объекта, на которых сейчас проходят ремонтные работы. Начали с улицы Лесной. На этом участке кипит бурная деятельность. Бригада заменяет 600 метров коммуникаций. Стоит отметить, что жители окрестных домов не остались без воды. Им поставляют воду по резервной схеме. Павел Ротов рассказал о технологиях, которые применяются на объекте. Ноу-хау в чем заключается? В том, что здесь применяются предизолированные трубопроводы, которые изолированы в заводских условиях, что является гарантией качества работы трубопровода в дальнейшем. Современная изоляция используется для снижения теплопотери и увеличения срока службы трубопровода. Такие же трубы укладывают и на улице Маяковского. На улице Маяковского проводится реконструкция магистрального участка тепловой сети диаметром 600 мм. Протяженность меняемого участка составляет 450 погонных метров трубопроводов. Объект на улице Карла Маркса на момент приезда нашей съемочной группы был почти доделан. Разумеется, в городе еще осталось много участков, нуждающихся в реконструкции. Но первые шаги уже сделаны. Несколько объектов уже соответствуют современным стандартам качества. Вслед за ними преобразятся и остальные коммуникации Ульяновска. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ.